Всем привет! Этим видео я хочу удивить вас. Несмотря на то, что HD Video Box работает до сих пор, я нашел приложение, прям реальную замену приложению HD Video Box. Оно называется ViewBox. У меня скачано две версии. Одну я установил Lite на телефон, вторая на телефон почему-то не установилась. Сейчас я хочу попробовать установить на Mi Box 4 версию, ну, вот эту, да? Пробуем открыть и установить. Эта версия может устанавливаться на Android TV, либо на Android. У меня китайская версия, если кто помнит, кто смотрит мои видео. Я устанавливаю ViewBox на нее. Это приложение еще молодое, так скажем, еще там версия только первая. Есть, говорю, Lite версия, допустим, один. А файл этот весит 6 мегабайт, а Lite версия весит в два раза меньше, 3 мегабайта. Поэтому и в том числе, наверное, и на... она не получилась установиться больше, а меньше установилась на телефон. Итак, открываем и смотрим. Да, я напоминаю о том, что у меня на приставке стоит английский язык, поэтому, скорее всего, по умолчанию здесь язык остался английским. Мы сейчас попробуем зайти в настройки. То есть, видите, да, вот ниже настроек написано Mobile версия. Если вы установили на Android TV и у вас так же, как у меня сейчас установилось, то это хорошо. Если же мобильная версия, я даже пока не хочу переходить на нее, потому что интерфейс изменится. Итак, настроечки посмотрим. Lineage. Пожалуйста, русский. Нам нужно, наверное, выйти. Давайте я выйду полностью. Посмотрим ViewBox. Русского языка. Ладно, у меня русского языка пока не будет. Посмотрим. Ну что? Как обычно, пробуем. Ну, у вас русский язык точно будет, потому что, ну, по крайней мере, Mi Box S с русским будет дружить однозначно. Мы можем поставить фавориты, можем что там посмотреть, ну и View. Так, это официальные источники, это неофициальные источники. А мы соглашаемся с тем, что, как обычно, здесь только на английском языке. И вот есть дублированный. Разрешение разработчик обещает не более чем Full HD. HD и Full HD. 4К, естественно, у него, ну, пока нет. И смотрим. View. Здесь написано встроенный плеер, там веб-плеер и сторонний плеер. Мы отвечаем build. Так, можно remember постоянно, либо окей. Больше не спрашивайте. И, пожалуйста, так, звук уберем.
Качество я вижу пока не очень. Ищем что-нибудь красивее. Так, можно авторизоваться, но я пока не авторизуюсь. Фильмы. Что ж посмотреть-то такое более старшее? Черная вдова. Вью. Здесь уже три. Да, скорее всего, и даже только HD разрешение. Ну, посмотрим. Телевизор у меня 4К. HD резко. Замочек был на экране, можно блокировать, чтобы ничего не... Ну, как блокируется экран, и кнопки недоступны в плеере становятся. Ну, вот здесь вот, по-моему, получше качество. Короче, вот так вот пробуйте. Я еще единственное в настроечки захожу. В описании, ой, в первом комментарии будет закреплен комментарий, в котором будет ссылка на то, где можно скачать это приложение. Устанавливайте, я говорю, можно на телефон. Можете что-то. А, ну фаворитов нет, мы еще ничего не делали. Этих тоже, рейд тоже. История есть. Попробовать что ли мобильную версию? Не знаю. Ну давайте попробую. Чего? Почему нет? О, гораздо хуже. Да? Ну, нет. Что-то как-то мне не очень. Или я не пойму? А, не, он мобильную версию не сделал. Ну ладно. Хорошо. Тогда пошли в настройки. Будем смотреть. Так, контент, да, с русским языком легче. Ну ладно, просто пройдемся. Может, кто-то знакомые слова увидит. Автоповорот, перемотка 10 секунд, это я помню. А в этом приложении вы можете скачивать файлы. То есть, допустим, если вы на Wi-Fi, вы можете включить скачку. Это там, где находят эти фильмы. А будет три точки. Вы можете нажать точку, три точки нажать и скачать этот фильм. А потом его смотреть уже там, где нет у вас интернета. И удалить историю. Версия 1.0 бета-31. Я, к сожалению, не знаю, будет ли обновляться по воздуху это приложение, но ссылка всегда можете оставить себе ссылку, как закладку, и будет полегче. То есть проверять. Ну, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот такие фильмецы. Так, есть популярная, есть популярная опять. Популярное ТВ-шоу. Топ-рейт. Ну да, английский язык. Но уверяю вас, у вас будет русский язык, потому что таких приставок, как у меня, раз-два я обчелся. Сериалы. По крайней мере, название фильмов на русском. Все, на этом все. Если видео вам было полезным, ставьте лайки. Ну, меня это приложение удивило точно. Делитесь этим видео в социальных сетях. Пусть остальные люди скачивают, пусть пробуют. Если разработчик его не забросит, это будет классное приложение. Все, на этом всем пока.